Здравствуйте, дорогие друзья! Вы на канале «Прошу к столу». Сегодня я хочу с вами поделиться очень простым и легким рецептом маринованных шампиньонов. Для этого нам понадобятся шампиньоны, растительное масло, перец горошком, гвоздика, лавровый лист, винный уксус, чеснок, зелень, соль, сахар, молотый перец, репчатый лук. В разогретую сковородку добавляем растительное масло и нарезаем полукольцами лук. Лук выложили, сразу же добавляем сюда грибочки. Грибочки лучше использовать не очень крупные. Если у вас очень крупные грибы, тогда их разрежьте пополам. Сразу же добавляем лавровый лист, черный перец и гвоздику. Буквально пол чайной ложечки сахара. Я уменьшу огонь на серединку примерно. Добавим соль. Закрываем крышкой и будем тушить грибочки примерно 8 минут. Но в течение этого времени будем грибочки перемешивать. Если у вас будет в грибах мало воды, жидкости, вы тогда немножечко можете добавлять, чтобы была жидкость для маринада. У меня грибы потушились 5 минут, и я вижу, что грибы довольно-таки сухие, и я добавила буквально пол стаканчика водички. И тушим еще 5 минут. Грибочки тушились у меня 10 минут. Теперь я добавляю выдавленный через пресс чеснок, зелень. Я использовала замороженные укроп и петрушку, но также можно использовать свежие. Добавляем винный уксус. Если вы любите более острые, можно добавить 3-4, даже 5 ложек. Это уже дело вкуса. И немножко добавляю молотого перца. Протушим еще 1-2 минутки, и грибочки готовы. Маринованные шампиньоны готовы. Перекладываем их в баночку, и их можно несколько дней хранить в холодильнике. Но они получаются такими вкусными, что долго не задерживаются. Такие шампиньоны можно использовать в салат или как закуску. Готовить их очень просто. Всего 10 минут, и получается невероятно вкусное блюдо. Спасибо, что смотрели наш канал. Подписывайтесь, оставляйте комментарии. Не забывайте включать колокольчик, чтобы не пропускать новых рецептов. Прошу к столу и приятного вам аппетита!